Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в ломбарде «Титан». Ломбард «Титан» – для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Скрытного лжеполицейского задержали сотрудники ДПС и активисты ночного патруля в поселке Костино. Впрочем, началось все с анонимного сообщения. Очевидцы пожаловались, что в местном баре «Аншлаг» у заведения полная парковка машин. Одна из них с нетрезвым водителем за рулем вскоре поехала. Инспекторы попытались остановить иномарку, но лихач устроил погоню, а затем и ночную пробежку. Однако его догнали общественники. По информации активистов, после задержания мужчина представился сотрудником полиции и сказал, что его надо отпустить. Кадры, сделанные сразу после задержания, изучил наш корреспондент Сергей Пичугин. Сразу после погони за нарушителем еще не восстановившие дыхание общественники стали снимать машину лихача. Однако и после забега, по словам активистов, водитель хотел уйти от ответственности. Возможно, для этого он сразу представился полицейским Владимиром Холстининым. Как фамилия у вас? Имя? Отчество? Несмотря на все уговоры отпустить его, инспекторы заковали беглеца в наручники. Кстати, по информации общественников, наручники сотрудники ДПС обнаружили и в машине лихача. Откуда и зачем они ему, мужчина не пояснил. Товарищ водитель, расскажете что-нибудь нам? Нет. Почему бегаете? Никто не бегает. Что? Никто не бегает. А почему убегали-то? Никто не убегает. Вы же видели, как вы ехали? Нет. В смысле нет? Ваша машина там стоит? Нет. Водитель Тойоты все отрицал, якобы машина не его, а ночью он просто гулял. А что тогда убегали? Не знаю. А, не знаете? Просто решили побегать ночью? Да. Прямо-то зачем ездите за рулем? Я не ездил. А, не ездили? Мы так-то видели все происходящее? Не знаю. Если верить мужчине, он никогда не нарушал закон. Машины нет. Нет. Водительское имеете? Да. Отлично. Ну, поздравляю вас. Можете на полтора года попрощаться с водительством. Да с чего ради? С чего? Да. В суде все узнаете. Хорошо. По данным УМВД, задержанный водитель «Тойоты» не имеет отношения ни к полиции, ни к другим силовым структурам. А вот уйти от наказания теперь у него вряд ли получится. Мужчине грозит штраф и лишение прав. Сергей Пичугин, место происшествия.